Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как найти серийный номер на наушниках Lenovo ThinkPlus X5. Итак, для того, чтобы найти серийный номер, к сожалению, самих наушников там будет недостаточно, потому что на них серийного номера нет, я проверял. Но где его можно найти, так это на коробке из-под наушников. Давайте я уберу сами наушники, покажу вам коробочку. Даже, наверное, придется камеру немного отдалить. Хорошо. Вот так выглядит коробка, и где же мы можем найти серийный номер? Можем просто ее перевернуть, где у вас такой штрих-код с белой наклеечкой. Вы находите в самом верху вот такой вот CN в скобочках, двоеточие, и вот ваш серийный номер пошел. Вот это все есть ваш серийный номер. То есть такая вот печальная новость, что если вы, допустим, выбросили сразу же коробку, то вы вряд ли узнаете свой серийный номер, но, к сожалению, выбора другого нет. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.